Всем привет, друзья, с вами Неломоп, и мы сегодня с вами продолжаем играть в игру под названием Slime Rancher, ферма слизнячков. Все ваши комментарии, которые вы писали под предыдущим видеороликом, сейчас будут появляться сверху. И если вдруг кто-то хочет, чтобы появлялись его комментарии снова, пишите эту просьбу «Хочу в Slime Rancher к Неломопу». Я постараюсь не забыть вас всех добавить. Значит, что мы сегодня делаем? Сегодня я хочу вам рассказать о том, что я заметил. Ну, конечно же, это, может быть, уже все знали про это, но я для себя сделал небольшое открытие. Я хотел разобраться, говорил, что я разберусь, и я разобрался. Значит, давайте посмотрим. У нас скалистый бабах, да? Скалистый бабах плюс тот, который взрывается, такой агрессивный. Если мы пойдем вот сюда, у нас тут, оказывается, есть Википедия как будто. Вот, слаймпедия. Нажмем на слаймиков и посмотрим. Скалистый, ему любимая еда сердце свекла. А тот, который взрывается, бабах, слайм, он любит мясо. Тернистая курица его любимая. Значит, если у меня нужно, значит, сердце свеклу где-то раздобыть для него, а у меня на грядке совершенно она нигде не растет. И это неправильно, потому что я не могу кормить их любимой едой, и они мне, получается, не дают довольно большое количество своих плортов. А это совершенно дерево, получается, мне не нужное, потому что это не сверце, это погофрукт. У меня нету таких слаймов, которые бы его кушали. Поэтому сейчас мы отправляемся на поиски свеклы. Ну, честно говоря, мне, по-моему, не в ту сторону пошел. Свекла может быть вот здесь. Вот сейчас мы пойдем ее искать. Вот сюда. Кстати, заметили, может быть, у меня 4500 золотишко. А это значит, что совсем скоро мы пойдем открывать новую локацию. Так, ну где же свекла? Мне нужно хотя бы немножко найти свеклы, чтобы я себе мог сделать грядку и чтобы моя совесть уже была чиста. Морковка. В принципе, морковку мне тоже надо сделать грядку с морковки, потому что у меня любят кушать овощи там некоторые. Так, что у нас тут? Возможно, где-то здесь как раз и будет свекла. Давайте тут поищем. Свекла, выходи. Ты где спряталась? Свекла, выходи. Тут котики прыгают. Тут тоже не то. Все не то. Мне нужна свекла. Тут свеклы я не наблюдаю, к сожалению, пока что. А вот, пожалуй, и она. Наконец-то мы ее нашли. Ее тут немного совсем. Только две штучки нашел. Но сейчас мы сможем эту свеклу посадить. И у нас уже будет целая такая грядочка, которую мы будем себе спокойно как бы обрабатывать, выращивать там. А в следующий раз, когда там уже у нас вырастет, то я, получается, смогу уже ее снова пересадить. И таким образом так будем и двигаться, и развиваться, и уже будем кормить тем, что наши слаймики любят. Так, подождите, я это открывал, да? Да, я это открывал, по-моему. Я тут был уже. Все хорошо, возвращаемся обратно домой. Бежим домой и посадим сейчас свеклу. Надеюсь, я сейчас быстренько добегу. Меня никто тут не будет трогать. Видите, тут эти гары злые. Что это за цыплята, кстати? Цып-цып. Нет, такие мне не нужны. Мне такие не пригодятся, цыплята. Двигаемся домой. Бежим как можно быстрее, чтобы меня только никто по дороге не словил. То мало ли здесь кто-то водится злой, такой страшный. Может быть, я просто взять и побить. Нет, вроде бы никого нету из плохих персонажей. Этих вот гаров, этих вот злых, таких черных. Их нету, и хорошо. Я хочу добежать домой и посадить наконец-то. Вот здесь, кстати, здесь тоже можно будет развить какую-то плантацию. Но пока что я сюда ничего не садил, ничего не придумывал, чтобы сюда засеять, так сказать. О, морковка мне тоже, кстати, может пригодиться. Ну, посмотрим сейчас. Возможно, я ее посажу. Точно не помню, надо ли мне ее или не надо. Сейчас почитаем, все изучим еще раз. Вот мы вернулись домой. Вот тут уже, кстати, это выросло добро, не знаю. Давайте посрываем уже, ладно. Скормим уже то, что есть. Но мне, в принципе, вот это и не нужно. Опа, смотрите. Уху. Так, это мне нужно все сорвать сейчас. Потому что, в принципе, что же, ну зря что ли росло. Скормим, даже и это тоже едят. Просто не дадут бонусной лорта у меня мои слаймики. А так ничего страшного, они это тоже могут съесть, как фрукты. У меня же есть слаймы, которые любят фрукты. Вот и все. Так, мы это срываем. Сорвали. А теперь здесь, если зайти, тут есть уничтожить участок. Убрать растительность. Вот. Убрать растительность. Уберите уменьшуюся растительность, чтобы посадить что-нибудь новое. Так, покупаем это. Все, мы убрали. Теперь мы, получается, можем сюда посадить свеклу. Все, свекла у нас растет. Замечательно. Что здесь такое? А, это почему-то тут
муровый плорк валяется. Значит, смотрим еще раз. Значит, это овощи и мясо любят. Они такие взрывающиеся и синие с колючками. Давайте же еще раз изучим, потому что я уже призабыл. Синие с колючками, вот, скалистый, сердце свекла, я ее посадил. Так, а вот те, которые взрываются, тернистая курица. Замечательно, теперь у них есть что кушать. Но нам нужно помнить, что я, пока я выращу, уже пройдет много времени, а они захотят кушать овощи. Но для этого я как раз и собирал морковку. 10 морковок, я надеюсь, им хватит до того времени, чтобы они как-то немножко прожили, и чтобы они как-то имели чем питаться. Вот, но они еще любят сердце свеклы, верно? Я не ошибся, сердце свекла, это же тоже овощ. Вот, поэтому его тоже туда сейчас забросим. В принципе... А, нельзя вот так. Ну, давайте так просто, вот так бросим. Они тут разберутся. Вот, что дальше? Тут у нас клубничка растет. Клубничку любят мои вот там такие светящиеся. Вот, а здесь манго. Манго, кто же у меня любит манго? А манго, сейчас я вам покажу, кто. Так, тут что, могу посрывать, в принципе? Манго, 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 манго. Манго, 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 манго. Срываем манги, срываем, срываем. Замечательно, все сделали, что нужно. Теперь смотрите, котик, да, муровый котик и медовый, смешанный, да. Смотрим, здесь слаймы. Вот, медовый слайм любит мятное манго. А котики что любят? Каменистая курица из мяса. Значит, курица у меня там каменистая у меня есть, а мятное манго мы можем спокойно добавить вот сюда. Вот сюда мы сможем ее запихнуть, мятное манго. Но здесь у них еды еще предостаточно. Можем вот так вот набросать, 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 набросать. Надеюсь, что оно не испортится, они успеют все скушать. И это что? Каменистая курица одна для них там есть, чтобы они дальше дали больше плодов. Так, кстати, почему это вывалилось, непонятно. Тоже сюда все забрасываем. Что у нас тут? Ага, это то, что мы остатки сорвали. Все это можно сбросить. Давайте теперь соберем все, что мы, все, что они нам дали. Все плоды, которые они нам дали, мы соберем. Кстати, вот тут у меня уже все хорошо растет. Тут у меня собирается тем временем. И здесь у меня собирается. Клубничка еще не выросла, но мы можем пойти все равно пособирать плорты. Плорты с этого, с пещеры. Вот сейчас я их, получается, забираю муровые конфетки, муровые плорты и медовые плорты забираем. И два вида плортов еще забираем отсюда. Так, вытягиваем все это дело. Вытягиваем. Немного они тут, конечно, мне надавали, но немножко дали. Так, теперь я хочу вот это все сюда сдать. Сейчас мы это все заканчиваем, это все сдаем и двигаемся дальше. Так, значит, это мы все сдаем, все сдали. 5000 у меня есть, замечательно. Но сейчас я хочу кое-что еще сделать. Очень важное. Я заметил один прикол. Сейчас я вам покажу. Но вначале мы должны закончить с этими делами. Так, тут они кушают, все они хорошо делают, взрываются как сумасшедшие. Еды у них там не так уж и много, кстати, осталось. Собираем все дело это. Ну, вон, немножко еда еще есть. Хорошо, в принципе, запасик еще хватает. Еще хватит, пока вырастет у меня новая клубничка, все в порядке будет. Так, забираем, забираем, забираем это все дело. И возвращаемся на базу. Бежим на базу, смотрим, у меня 5000 золота есть. И, в принципе, я могу открыть новую локацию. Но в начале я бегу к себе вот сюда. Бегу вот сюда, сдаю это все дело, конечно же. Фосфорный плорт сдаем. Потом бабах плорт тоже сдаем. Вот у меня сколько уже? 5400. И заходим в нашу эту рубку, главную комнату. Вот, звездная почта. Вот она. Корпорация 7Z хотела бы сделать вам особое предложение. Мы приглашаем вас вступить в эксклюзивный, чрезвычайно избирательный и очень востребовательный 7Z премиальный клуб. Премиальный клуб дает вам возможность достигать суперпремиальных рангов в рамках эксклюзивного клуба. И все это всего лишь за половину суперпремиальной цены. Настолько это просто. Каждый ранг дает вам новый титул внутри клуба, а также уникальные премии, такие как красивое обновление вашей фермы, эксклюзивные опции, персонализации и многое другое. Мы с нетерпением ждем вашей заявки. Замечательно, это письмо я прочитал, и вот оно, партнерские премии. Мы можем узнать больше, партнерские премии, вот тут больше написано. Про клуб этот, опциональная программа. Некоторые фирмы отмечают, что все это похоже на очередной способ выкачивания огромных сумм ньюбаксов в обмен на модные цвета и трофеи, которые на самом деле не имеют реального значения. Но эти фермеры не могут похвастаться рюкзаком-пылесосом, расцвеченным по последней моне. Им, безусловно, нельзя верить. То есть эта штука должна быть интересная, и я думаю, что это нужно купить. Вот, я купил.
купил за 500 обновление забора, премии. Как мне получить еще один ранг? Надо еще 1000 вложить. Ого, не знаю. Но давайте пока что обновление забора и оставим. Может, мне нужно купить все-таки возврат на ферму? Я хочу купить обновление забора. А где, как это теперь сделать, обновление забора? Вот здесь я могу пушку свою улучшать. Это я чудесно помню все. Ага, реактивные сапоги-скороходы, пульсирующая волна. Ну, это понятно, расширитель всякий. А как же, где же, что же с забором произошло? Может, вот здесь появится что-то новое? Витаминизатор, весенняя травка. Ну, пока что я не знаю, я что-то приобрел, но как этот забор... как этот забор поставить, как этот забор, чтобы я увидел улучшенный? Без понятия, пока что я его не наблюдаю, как это дело устанавливается. Для меня пока что это загадка. Если вдруг вы знаете, как это работает дело, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я попытаюсь тоже это осуществить и разобраться. Но давайте еще попробуем, что сделать. Или это у меня улучшилось? Что у меня улучшилось? Я так и не понял. Но что-то я приобрел и что-то я сделал. Ну, непонятненько немного, непонятненько. Ну, ладно. Какую-то штуку приобрел, но почему-то не увидел реального эффекта. Ладно, что у меня по этим, по плортам? Мне не хватает 300. Давайте собирать. Здесь соберем. Клубничка почти доспела. Замечательно. Вот здесь тоже сейчас пособираем. Все это нажмем сейчас быстренько. Вот так. Пособираем. Есть там что-то хотя бы? А ничего нету. Они ничего не накушали. Ничего мне не дали. Давайте тогда быстренько побежим. Возможно, надо переночевать. Переночуем быстро, да? И, возможно, утром будут какой-то урожай, чтобы мы днем уже играли. Заходим. Спать до утра. Все, возврат на ферму. Надеюсь, они что-то там мне приготовили. Что-то можно будет у них забрать. Смотрим, собираем. Вот они утром проголодались. Тут немножко мне дали плодов. Ну и хорошо, сколько дал у них? Еще собирай. Так, собирают. Вроде бы неплохо, вроде бы собрали. Замечательно, это все позабирали. И там тоже, так же самое сейчас сделаем. И мне должно хватить денег, чтобы открыть новую локацию. Так, что здесь нажать нужно? Вот эту кнопку, чтобы оно пособирало. Кстати, клубника почти доспела. Это замечательно. Это очень хорошо. Клубника, это просто великолепно. Так, вот это мы забираем. Два плорта вот этих можно, в принципе, тут выплюнуть пока что. И клубнику мы можем, наверное, собрать и отнести туда. Клубника, это у нас хороший такой продукт. Хороший, очень ценный. Его любят мои фосфорные слаймы, которые находятся в пещере. Я думаю, что они сейчас здорово обрадуются, когда я им это все принесу туда. Так, подождите, надо сорвать до конца. Вот, получилось. Значит, этих два вот так спихиваем. И там мы сейчас эту всю клубнику им отдадим, получается. И заберем все, что они мне тут нарожали. Вот, смотрим, клубника. Они уже, наверное, проголодались, мои маленькие зайки. Сейчас я вам дам еды. Вот вам клубники, фрукты. Хорошо. Собираем тем временем все, что они там мне дали. Все собираем, замечательно. Все собрали. Это все вытягиваем теперь пылесосом. Вытянули, замечательно. И тут вытягиваем. И теперь бежим на базу сдавать. Мне теперь должно хватить головой открыть новую локацию за 5000 копеек. Посмотрим, что там будет. Мне очень интересно, честно говоря. Ого, вот еще один каменистый слайм. Ой, плорт валяется, кстати. Так, это все можно наспихнуть. Вот 6. Вот. И вот это. У меня получилось 5300 даже. Вот это тоже забираем. Сейчас мы сдадим это дело. Что, ну тут валяется? А что будет валяться, правда? Все сдаем. Бежим домой. И все сдаем. Так, а теперь нужно мне немножечко вспомнить, как же я добирался до той локации, где у меня было, получается, по-моему, я сюда через телепорт там заходил, точно, все, я уже вспомнил, я сюда там бежал, тут где-то я поворачивал, тут заходил в телепорт, и меня переносило на ту, или даже не заходил в телепорт, вот здесь, по-моему, вот, 5000 у меня есть, чтобы открыть новую локацию, это доки, глубоко-глубоко в бескрайнем синем море я видел тысячи улыбающихся мне слаймов, купить, ну давайте посмотрим, возможно здесь будут новые слаймики, мне очень интересно. Итак, смотрим, что у нас тут ждет. Я вижу водопад, довольно красиво. Так, это бескрайние доки. Здесь снова можно, мы видим, мы расширили свою плантацию, понятно. Здесь я могу кого-то завести, наверное. Ой, я думал, я умер. Я просто в воду прыгнул. Хорошо,
сетки, значит, 4 новых плантации. Что еще здесь интересного? Вижу какие-то круги. Вы, наверное, удивитесь, но тут, наверное, не будет ничего интересного. Вижу вот эти вот круги наши, которые мы знали. Ну что ж, мы вроде бы открыли еще одну, как бы такую, еще одно место, где мы можем еще больше, получается, ставить... Ой-ой-ой, это как-то опасно. Ладно, сейчас почитаем, что это такое. Так, море напоминает нам о нашем высшем предназначении, Беатрикс. Море было первым неизведанным, потом космос, а потом все за его пределами. Это необходимость видеть, что скрывается за следующим поворотом. У меня в крови, а раз ты здесь, значит, у тебя тоже. Хотя могу предположить, что ты здесь потому, что тебе нравится свежий воздух. Или ты предпочитаешь необузданную красоту этих мест. Или может статься потому, что тебе нужно сбежать от чего-то. Это тут запросто сложно забраться куда-то дальше этих мест. Короче, они говорят мне, что возможно здесь будет продолжение карты. Но пока что я здесь только... Получается еще одно место, где я могу еще больше выращивать слаймиков. Вот, пока что вот это вот такие выводы. Но я вижу здесь какой-то подъем. Непонятный. Лесенка наверх. Давайте обследуем, что у нас тут наверху. Я вижу какой-то тель... А, стоп, я отсюда пришел. Правильно? Правильно. Вот, значит, это все. Это все, что мы открыли. То есть, больше, по-моему, открывать нечего. И мне теперь остается только изучать дальше... Открывать новые локации получается, но уже используя другие штуки. Так, вот куда меня занесло. Там, по-моему, закрыл... Не, я там открыл, да? Телепортик. Вот куда меня занесло. Ну ладно, ребята, я думаю, что эту серию, пожалуй, мы пока что будем завершать, потому что, в принципе, сделали и так довольно много. В следующей серии я постараюсь насобирать... 10 тысяч денег и открыть лабораторию. Интересно будет посмотреть, что там за лаборатория и как, собственно, там, что там, как там можно использовать в этой лаборатории, для чего она нужна. В общем, посмотрим это все дело, все изучим. Ну, пожалуй, пока что все, буду с вами прощаться, до скорой встречи, с вами был Ниломоб, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и скоро, совсем скоро увидимся. Пока-пока!